И нормально. Все уже чем-то. Ну что, все, вот готовые чебурекины. И вот смотрение какие классные, все поджаристые очень. Тогда и бок не надо уже ставить, да? Оля начал ложить сковородку, это все дело. Идем, мама вкусные пельмени сделала. Здесь чуть-чуть пол получился выше. По старорусскому формату. А я поработаю официантом. Сейчас отнесу покушать. Сейчас будем убирать здесь дверь пластиковую и сюда установим межкомнатную. Все, пластиковый сейчас уберем. Тут уже ничего нет. Такое ощущение, что здесь стекло есть. Иди попробуй там встань, сделай, как будто там стекло. А потом руку просунь. Прикольно, да, тема? А потом, типа, вот видите, нет стекла, как ударишься, да, там внизу стекло. Все, дверь убрали. Тут такая пылюга была. Рассчитывали, что будет не так пыльно. Пылесос справится. Но нифига, пылесос не справился. Это была задняя дверь на задний двор. И так как я гостиную построил, сейчас там у нас гостиная, да? А эту дверь основательно поставили. Как входную сделали. Соответственно, максимально хорошо укрепляли все это дело. И пришлось все вот эти ушки отбивать по бокам, штукатурку, шпаклевку. Но это все дело будет доборками закрываться, так что еще даже лучше. Там все запенится, поставятся доборки, и будет красивая такая окантовка. Сейчас, можно сказать, стало легче дышать даже. Потому что циркуляция воздуха пошла по дому. А то у нас одна часть двери пластиковая, она не открывалась. Посерединке шла перегородка. И не очень было удобно. И не знали, куда эту дверь вообще деть. При этом она открывалась сюда внутрь. Конкретно неудобно. А теперь освободили это место. И тут такая широкая комната стала. Ощущение хорошее. А Оля между делом пробует делать пельмешкины по старорусскому формату. Купили вот недавно вот такие вот штуки. Всякие разные приспособления для приготовления. И здесь есть для пельменей. Все это дело сюда залепливается, туда ложится вот это мясо. Фарш у нас Оля делает вот в Kenwood. Очень рекомендуем вот эту машину. У Оли есть всякие разные специальные насадки для Kenwood. Выглядит вот так. Покупаете вот эту основную, и сюда уже можно докупать всякие разные приспособления. Можно там мясо крутить, соки делать, нарезать тесто. Разными там тоненькими, толстыми, всякими разными слоями. Лапшу делать. И попробуем, что за пельмени получится. Чё, Оль, думаешь, нормально будет? Не знаю. Я сейчас и так попробую сделать.
Давно сами пельмени не делали. А это вручную, да? А это уже такой способ, ручной вариант. Это чуть больше такая автоматика якобы. Но не факт, что так получается, да, лучше. Я не знаю. Вот это заморочек много, да? Возни много. Да вообще пельмени это возня. Ну, возня, да. Ну, зато свои пельмени. И тут по дому можете посмотреть, вот из чего построен дом. Ширина здесь идет почти 50. Бетонный кирпич дом сделан. Сейчас я даже метр возьму, мы замерим это все дело. Тут балки бетонные лежат. Завтра нам привезут сюда межкомнатные двери. И через несколько дней уже будут устанавливать. Привезут одни люди, установщики, это совсем другие люди. Мы подготовили сейчас уже основание. Но единственный такой момент, когда этот дом подстраивали, здесь чуть-чуть пол получился выше. Ну, буквально там, не знаю, на сантиметр. В общем, не учли некоторые моменты, только потому что, ну, я не думаю, что будем это делать. Не было спланировано это все дело заранее. Соответственно, вот такой маленечко момент вышел. Но здесь еще то, что пластиковая дверь стояла, у нее порог, и это не ощущалось, было нормально. Но мы решили вот это все дело убрать. В итоге убрали порог, а двери будут сейчас беспороговые. Соответственно, здесь нужно что-то придумывать. Мы тут с мастером решили вот это уберем, вот эту часть. И здесь сделаем чуть-чуть вот так вот в горочку. Скат небольшой. И состыкуем с теми полами, и будет нормально. Сейчас я покажу с этой стороны. Вот у нас гостиная. Вот такой вот проход здесь. Две двери будут открываться. При этом они очень высокие. Как вон та дверь. Эти красивее смотрятся. Ну да, там такие цапляковские какие-то. Ну. Непонятные. А вот эти прикольные. Настоящие пельмени. Ну, такие, не знаю, может просто быстро-быстро штамповать прямо их. Да не прям штампуются они, я бы сказала. Там каждую штучку вытаскивать нужно. Ну и получается это одно и то же. Mm-hmm. Больше проблем создаешь, чем чего-то. Ну, так. Надо. Сейчас я еще буду кофе пить. Чуть у меня машинка тут запылилась из-за того, что здесь все сверлили. Попробовали пельмени. Получились очень вкусные. Ну, очень вкусные. Просто давно такие пельмени не ел. Они сейчас разваливаются. Я же попросила достать пельмени, а не снимать. А, я думал выключить просто. Достать. Короче, так. Дома самим делать, конечно, вкусные пельмени. Потому что Оля сама перекрутила мясо. Мясо мы купили сами. Знали, что купили. Они непонятные какие-то пельмени, где непонятно, что туда вообще добавлено. Кушаешь пельмень, радуешься вроде как, да, но сомневаешься, что там внутри. А тут психологическая подготовка нормальная. Плюс еще вкусно. Очень вкусно. Ну. Еще Оля делает чебуреки. Вот 1000 лет чебуреки не ели. Давным-давно. Когда-то. Я вообще первый раз чебуреки делаю. Не знаю, получится. Ну, у меня этот тетя делает чебуреки прикольно. Там внутри такие сочные. Мощные.
Сейчас Оля тоже взялась за это дело. Попробуем, что из чебуреков получится. Я думаю, что тоже будет нормальная тема, да? Да. А я пока кофеечек попью. Полдня раздалбливали эту дверь. Сейчас нужно попить кофе. Посидеть. Закинуть себе парочку пельмешек. На стол ставлю, посадить. Да, сейчас детей позвать. Это сметана, кетчуп, гнёбка. Это мамины супер пельмехи. Как ты в детстве, помнишь, говорил, нет? Пельмехи? Пельмеки. Пельмеки? Да, ты говорил, мам, пельмеки. Можно покушать. Сейчас вот будем кушать мамины пельмеки. Миланочка! Милан! Что? Идем, мама вкусные пельмени сделала. Да. Вилку, этот, все, доставай давай. Сметану. Прикольно. Только сейчас залезли. Двери исчезли, да? Угу. Куда-то. Двери, говорю, исчезли. А прикинь, мне нравится даже вот так вот. Знаешь почему? Такое чувство, как будто ты живешь в пещере. Ну да. Тоже неплохое ощущение. Мне нравится. Так двери будут открыты. Да, мы двери открыты будем держать в две стороны, в принципе, всегда. И можно будет ходить туда-сюда, и вот это ощущение сохранится. Плюс еще по бокам будет все красиво сделано. А здесь у нас еще будет остров. И будет вообще нормально. Милан, идем кушать, пока горячие. Я, короче, пару штучек съем, потому что есть не очень хочется. Ну, давай посмотрим на твои пару штучек. Самодельные, да? Ой, ну мама давай. Сделала сама, да. Вот это через штуку сделала приспособление, а это сама лепила. Попробуй один такой, один такой. Прикольно, да? Вообще класс. Отличает все от обычных пельменей? Конечно. Там мясо у них более жесткое и такое суховатое, даже когда оно... варилось. А тут вот прикольное мясо. А что нам такое? Свинина. И давай другой. Нет, вот этот. Так. Закругляшки. Ну, в принципе, одно и то же все, но просто... А что говоришь, Ирина? Это слепило, да, уже мама руками. Тебе так не горячо сразу пельмени есть? Ну, немного. Че, есть разница? Какой прикольный, большой вот этот или маленький пельмень? Какой? Маленький. Маленький? Угу. Ну, маленький, может, просто удобный. Из-за этого. Ну, тогда, значит, будете мне помогать. Будем лепить маленькие. Ну... Кстати, можно штучку пользоваться, да? Ну так, если по-быстрому. Можно, да. Кстати, тут еще есть караван. Если осторожно. Что, Эдвин? Компот не хватает. Там же был компот. Вот я и говорю. Нет, надо новый компот достать. Этот, который я варила, там уже все. Эдвин, это уже все. Все, все. Что, попробуй, может быть, не все. Может, живой он? Да нет. Живой. Ну он же в холодильнике стоял, да. Что, пару дней всего. А это что ты делаешь? Что это? Ты чебуречки? Мама решила открыть собственную чебуречню. Мама просто принялась пельмени дальше стряпать. Решила сделать чебуреки. Ты попробуй, посмотри, нормально, нет сначала. А то великий понос нападет на тебя. Вы будете с ним нормально. Дружить долго и счастливо. Чё? Нормально? Да. Если кислинки нет, то нормально. Нет кислинки. Хотя у меня все по-разному. А это дизайн. Мешается.
Прикольно, да? Пельмешкины. Вообще я спрятать не умею. Да, да, Оля всегда так говорит. Я ничего не умею, не умею, не умею, а сама все умеет. Нет, я просто, ну, делаю, все получится. Да, мам, я оправдывайся. Но... Получится, значит, хорошо, не получится, но и все. Да многие люди вообще ни черта дома не делают. Ничего вообще. На одном Макдональдсе живут. Каких-нибудь готовых этих, как они называются, фабрик... как называются котлеты готовые? Полуфабрикаты, да. Накидают, все готово, а потом пухнут. Квадратные стают. Эти полуфабрикаты... тем больше на них подсаживаетесь, вам кажется, что это вам нравится, и все больше и больше начинаете кушать. Готовые всякие разные котлеты, те же чебуреки, пельмени, все эти полуфабрикаты есть в магазинах, где вот все такое готовое. С одной стороны, удобно, конечно, пришел, взял, закинул, когда нужно. А с другой стороны, будешь потом квадратный. Добавляют вот этот вот жир непонятный какой, да? Да все, что есть, наверное, чтобы не выкидывать, перемалывают туда. И получается, ну, побольше, чтобы сделать. Это ты здесь, например, так паришься, относишься к этому, потому что для себя, семья и все такое. А на работах люди не все такие ответственные. Они больше денег хотят заработать. Да они просто хотят отработать и домой пойти. Все, что-то Миланочка не идет, сейчас я тоже покушаю. Милана, идем кушать. Ну идем уже, Миланочка. Я с вами покушаю, потом тогда этот пожарю. Сейчас я буду пробовать Олины пельмени. Прикольные. Тут есть несколько вариантов, как кушать. Просто с чем-то и еще с чем-нибудь. Я люблю это все дело со сметаной. Оп. Офигенно просто. И еще я очень люблю васаби вроде, да? Вот? Имбирь. А, имбирь. Офигенное просто сочетание. Не знаю почему, но мне очень нравится вот эта штука. Могу много очень есть. Я могу не суши заказывать, а вот это заказывать, а суши вместо имбиря, типа, чтобы ложили. Ну что, хлеб? Многие, конечно, с хлебом не едят. Вообще многие хлеб не едят почему-то. Но мне нравится. Все, всем приятного аппетита. Оля начал ложить сковородку. Это все дело потихонечку трещит. Пельмени мы съели, было максимально вкусно, мы тут решили, что сейчас будем всей семьей периодически делать пельмени, чебуреки и все, что можно вот так вот состряпать. Будем садиться все вместе это заранее подготавливать, потом в холодильник, в морозилку. Всем гостям отрыгать. Да, гости приехали, сели вместе, пельмени делаем. Вместо того, чтобы сидеть и не понимать, чем заняться. Придумывать разговоры ни о чем. Сейчас он, видите, какие эти чебуреки получится. Классно. Это, короче, лайфхак, как избавиться от гостей. Ну, приехали гости. Садятся, делаем чебуреки. Все. Ну, а я пошел пить кофеечек. О, вот это я понимаю, чебуреки. Такой запах классный, да?
Вот готовьте дома эти вещи. И такой запах вкусный, ароматный по дому. Ощущение такое домашнее из-за вот этого запаха. Вот я тебе говорю, как будто у бабушки где-то ты находишься. Блин, так классно. Просто сделайте один чебурек, закиньте, пожарьте и ходите с сковородой по дому. Развеиваете вот этот запах. Чтобы... Ты меня спрашивал, для чего мне нужны силиконовые щипцы? Вот, чтобы сковородку не царапать. Ну вот купим. Вот. У нас такие вот железные. О, классно, так подрумяненные, красивые. Вот это моя любимая тема. О, чуть не упала. Свердловский кекс «Восход». Скоро я такой тоже буду сама делать, чтобы ты не покупал. Будет круто. Вот они делают классно. Прям вот кекс настоящий, он такой... Чуть-чуть рассыпается с изюмом. Очень много большого изюма внутри есть. Вот. И сверху особенно вот эта верхняя часть мне очень нравится, где залито вот эти сладостью. То ли сахар это, то ли что. Просто класс. А вот есть такие же кексы, очень похожие, продаются рядышком с этим. Они все какие-то безвкусные, как будто, ну, я не знаю, какой-то бублик. Вкуса кекса нету, но они такие современные, навороченные какие-то, а этот простенький такой, нормальный, понятный, вкусный кекс. Так, Оля что-то кажется, мудрит, что да? Оля, бока прожариваешь? Вот эти вот, не знаю, не получается. Ну да, не получается, но все это съедят, твои не получаются. Вон как получается-то, офигенно просто. Вкуснотища. Вот пока. Надо, наверное, больше масла. Может, да. А в духовке их нельзя делать? Не знаю. Можно будет попробовать. Просто в духовке? Или там сухие будут, да? Конечно. Ладно, я, короче, буду сейчас кекс нарезать и пойду кофе пить. Когда много масла, вот так вот они должны. Вот они. Да, трещать будут, да? Ну да, побольше масла тогда просто заливай. И нормально. Все уже что-нибудь? Ну что все? Вот готовые чебурекины. И вот смотрение какие классные. Все поджаристые очень. Тогда и бок не надо уже ставить, да? Просто побольше масла наливаешь. Если кто-то знает, вот как делать чебуреки, вы разбираетесь, напишите, чтобы у нас получилось это все намного быстрее и вкуснее. Может, какие-то есть нюансы, фишки, которые вы знаете. Потому что по чебурекам точно есть спицы. Mm-hmm. Ну да. Ну если масла больше, то бока прожариваются. Mm-hmm. И сразу прожариваются. А не так, что одна часть, потом вторая, да, вот так. Mm-hmm. Не до конца. А так все сразу раз и готово. Ну все, я беру кекс и пошел. Не смогу, это очень вкусно. Вот такая красота. Нормально получилось? Угу. Может, ты попробуешь? Я уже наелся всего. Ну ладно. Нормально, да? Очень вкусно. Ну вот, надо будет такие делать и кушать. Оля тут готовит унести покушать нашим мастерам, которые делают хамам. Они сейчас у нас остаются. Многие про это уже знают. Стараемся сделать все красиво, чтобы было вкусно. Да, вкусно. Вот Олины чебуреки, которые Оля сегодня сделала. Все по-домашнему. Отдельно яйца вот Оля сварила. Прикольные. Суп куриный. Вот добавили сметанку, туда отдельно яйца закинули. И получается, как а в ресторане. А в ресторане. Горячая? Да, сверху еще перчиков. Там, по-моему, недосоленый. Еще отдельно. Да? Каждому по яйцу, каждому по конфетке.
Чё? Красота? А я поработаю официантом. Тебе идет? Да, нормально. Когда-то я работал барменом, официантом я, конечно, не работал. Представила, что ты сейчас стоишь с подносом, и там шашлык. Ну да. Или это так сразу захотелось? Ну, прикольно, чё? Чётко, красиво. Напишите, как вы кормите людей, которые у вас работают, делают вам красоту дома. У нас вот такой вот подгончик, так сказать. Так что, понесли это все дело. Пацаны поработали, работа закончилась на сегодня. Сейчас одни там купаться, отдыхать. И при этом у нас офигенный просто тропический душ есть, где они сейчас четко могут отдохнуть. Все, понесли это все дело.